Карьер очень большой, смотрите. Прям он огромный. Ну, он зарос молодой порослью. А вот там, вот здесь, за старыми березками, осинками, кленами, там протекает река Цкань. Протекает река Цкань. А вот там вдалеке, вот в промежутке между березками, по-моему, там раньше стояли два то ли три крестика самодельных. Потому что, ну, кто-то поставил где-то в 50-х годах, наверное, здесь при добыче песка погибла целая семья. Раньше же люди песок вручную копали и их присыпало. Ну, я так думаю, что эти кресты поставили, ну, кто-то из знакомых или из родственников. Ну, сейчас я этих крестов не вижу. Наверное, когда вот начали опять разрабатывать этот карьер, эти кресты упали.